ребят, впереди боевая группа противника. 100 километров нам до нее. Ну вот я предполагаю контакт где-то с ними через 2 часа. Вот, мы сейчас как раз четко навстречу идем. Я так думаю, что там и транспорты, и крупные военные какие-то корабли есть в составе, поэтому группа идет со скоростью 10 узлов. Курс восток. Поэтому я думаю, что мы как раз на них и выйдем. Часа через 2. Идут они на Гибралтар, я уже прибросил, как они идут. Примерно курсом 86 градусов. Выставил здесь TDC, чтобы передать радио на радиоштаб. Ну, пока так. В общем, сближаемся. Вот. Да, 100 километров осталось. Но как оно там получится, посмотрим. Поэтому как войду в контакт с противником, я к вам вернусь. Пока, в принципе-то, рассказывать нечего. Мало играть, конечно, удается. Вот, работы немало. Мы сейчас пришли в Корею, стоим. Вот, ждем выгрузку. Где-то через день, через два пойдем во мы на внешнем рейде пойдем туда вовнутрь. Поэтому играть удается мало, больше времени на сон отвожу. Пока были на переходе где-то дня 3, то после выхода я болел. И что самое интересное, у нас переболело где-то больше половины экипажа. Не знаю, что это было, обычная простуда, скорее всего. Но регулярно делали тест на ковид, и он был положительный у всех, кто болел. Ну, возможно, тест так на простуду реагирует, бог его знает. Но, по крайней мере, тут ходили, шарахались друг от друга. Вот. Ну, а мне повезло, я быстро выкарабкался где-то дня 2-3. Но я сразу же начал принимать антибиотики, я с собой антибиотики сюда вожу. И сразу же антибиотики начал принимать. То есть усиленно лечиться там. Горячее питье и все такое. И буквально на третий день температура прошла. Ну, у меня температура больше 38 не поднималась. Но даже этой температуры хватает, чтобы колбасило. Колбасило, конечно, жестко, когда температура была. А потом уже, когда прошло, то уже оно и прошло. Меня капитан сразу изолировал, с вахт снял. Я поднимался на мостик для полуденных расчетов, там, репорта делать. Вот. Только в полдень приходил на 2 часа, потом меня приходил чиф, менял. С 2 до 4 он стоял. А ночью пацаны по 6 часов стояли. Ну вот. Два вторых помощника у нас еще. Поэтому они вахту ночную мою поделили. Но у них, они не болели. У них нормально был отрицательный тест. Из помощников только я переболел. Ну, чиф раньше переболел. Чиф раньше, он практически самый первый. Ну, вот такие дела. Ну, потом уже всех остальных сразило, сколько там. Я же говорю, больше 10 человек, наверное. Человек 12 болело. Ну, вот, если не больше. Капитан самого, капитан Стармех. У них у самих был тест положительный. Ходили в масках тут. Но, слава богу, быстро очухались и все прошло. Так что сейчас все в порядке. У всех тест отрицательный. Контрольный делали. Так что все нормально. Ну и же играть много не удается.
материала мало будет, скорее всего. И, ну, что, будем дома тогда наверстывать упущенное. Я думал, здесь получится, может быть, побольше, но получилось, как получилось. По режиму же живем, поэтому мы люди режимные. Так что такие вот дела. Так, все, ребят, ладно, заболтался я. Погода у нас в игре неплохая для атаки. Пасмурно. Но осадков, слава богу, пока нет. Ну а в реальности здесь в Корее, конечно, холодно. Здесь плюс 2 всего. Ветер где-то метров 15 в секунду. Сильный, да, достаточно ветер. Мы на якоре в грузу стоим, в принципе, как копанные. Проблем нет. Вот, но получается 7-бальный ветер, поэтому достаточно такой увесистый. Немножко штормит, так сказать. Ну, пока все в порядке, пока ничего страшного. Так, ребят, ну все, я тогда чуть позже к вам вернусь. Пока перейду на паузу. Так, ребят, эсминец. 10 градусов слева. Можно сказать, что мы вошли в контакт с конвоем. Вот тут дымы начинают уже появляться. Так, обе машины стоп. И теперь мы подождем. Хочу посмотреть, что он будет делать. Это головной эсминец, это понятно. Вот еще появляются тени, силуэты. Так, может, даже я и ошибаюсь. Может, это не головной, а боковой. Не, нет, это головной эсминец. Так, курс 250. Jawohl, Herr Kaloin. Neuer Kurs 250. Собственно говоря, можно сказать, что мы вышли на конвой. Что это ударная группа. Так. Ну, в принципе, и в целом ситуация ясна. Так. 10 градусов, курс 95, радист радио в штаб. Отправить доклад, нет? Нет, не прошел. Фиг с ним. Так, все, поехали. Вперед, средний. Начинаем сближение. Боевая тревога. По местам стоять. Погружение под перископ. Так, офицеры по местам.
сюда. А, блин. Пусть они в дизельном и остаются. Пусть они в дизельном и остаются. Привет, малый. Нам сейчас шуметь нельзя. Нам шуметь сейчас никак нельзя. Нельзя, чтобы нас зачехлили, блядь, сразу же. Так, рулевых на свежих сменим. Контакт, фрахтер, kommt näher auf 2, große Entfernung. Ну, понятно. Контакт, фрахтер, kommt näher auf 0, große Entfernung. Все понятно, вопросов нет. Так. Контакт, фрахтер. Стопом уже тут. 3, 5, 8. Große Entfernung. Контакт, фрахтер. Kommt näher auf 4. Große Entfernung. Где мое любимое кресло? Вот оно. Ну, уйти от них, от нас не уйдут уже. Они прямо к нам идут в руки. И мы готовы, собственно, к атаке. Мы готовы к атаке. Не, все-таки зенитный перископ лучше. Так, перископ дайте. Эсминец. Сменец. Да там пипец. Там, ребята, пипец. Чё тут? Вот это не авианосец случайно. Я что-то так смотрю. А ну-ка, на 240. Километров 6 до конвоя. Да, ребята, это похоже авианосец. Ну и отлично. Тут есть чем поживиться. Хороший кусочек, жирный. Так, что у нас по торпедам? Электрички Т-3 везде. Ну, тоже радую. Так,
Электрички Т-3. Хорошо. Скорость цели 10 установлена. Ну что, сближаемся потихоньку. Сближаемся. Все по местам, все готовы. Угу, да, сближаемся. Так. Эсминец рядом. Очень некрасиво вошкается. Так, а ну определи, сколько... А хотя, что определять? Километра полтора, не больше. Извините. Это что за красавец? Фиг разглядишь. Ну это авианосец типа Касабланки, по-моему. Боук. 7,9. Хорошо. Ты, гаденыш, отстанешь от меня или нет, а? Это Клемсон. Четырехтрубный эсминец. Меньше скорость снижать нельзя, иначе начнем тонуть. А он пошел в строй, все, все, я понял. Он пошел в строй. Это радует. Вот и пусть идет. Вперед, малый. Там войсковых транспортов просто жесть. Я хочу с собой забрать один. Так, а войсковые транспорты обычно сколько? Так. Сколько осадков? Если под днище стрелять. Щит проскочил. 8,5. И 8... У Боуга. Так, с 1 по 4 аппараты на 9 метров. Магнит. Хорошо. Второй. 9. Магнит. Третий. 9. Магнит. Четвертый. 9. Магнит. Стрельба залпом. Первым, четвертым. 9 метров. Угол растворения пока 0. Пока 0, если что, попозже выставим еще разок. Но здесь у него сколько получается? Так, 71 градус. Еще далековато, блин. Главное не торопиться. Торопиться тут нельзя. И попалиться тоже не хочется. Блин! Не выбрасывай меня из воды, из-под воды. С другой стороны, надо делать все быстро.
Согласен. Курсовой левый борт 40. Две 632. Что, собственно, примерно одно и то же. Войсковой транспорт. Опа, тяжелый крейсер. Ну, тяжелый крейсер двумя торпедами не поразишь. Все, стоп, доклад. 200 градусов курс. Так, стреляем в этот войсковой транспорт. Все понятно, 43 градуса, 2600. Стреляем вот в этот войсковой транспорт, у него 8 осадка, 8,5, нормально. И в авианосец. А до этого сколько? Километр 4? Угу. Первый, четвертый к стрельбе. Две 200 дистанция. 3, 6. Угол растворения градус. Полградуса так оставим. Крышки открыты. Бортовое время 9:48. Залп. Второй, четвертый. Второй, третий, сори. Второй, третий, 9, 10, 15. Угол растворения. Чуть больше градуса поставим. Открыть крышки. Давай, родной, иди ко мне, иди. И... лос! Пошли угорьки наши. Что это все-таки? Нортхэмптон. Осадка 6. Шестой, семь магнит. Магнит, хорошо. Скорость малая. Есть контакт, куда-то попали. Так, войсковой транспорт. Мы с собой забрали. Это просто не может не радовать. Если по моим подсчетам, авианосцу жить без секунд 10 осталось. Есть контакт. Вторая, есть контакт. Все. Авианосец спекся.
еще один войсковой транспорт. Что это такое? 2000. Фуфло какое-то. Шестьсот 50 метров. Так, 5-9, 6-9. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Покажите мне, что у меня по корме. Опа. Прямо руль. Линкор, ё-моё. Северная Каролина, 1000 метров. Осадка 10 11 11. Магнит. Хорош. Хорош, хорош. Открыть крышки. Щит. Срочное погружение. Ёперный ты балет. Не знаю, попадем мы в линкор или не попадем. Есть контакт. Есть и вторая. Все 6 отработали, ребят. Все, наши торпеды все 6 отработали. А теперь валим. Вот это... удача. Вот это подарок. Вот это, блин, подарок. Погружение на 140 метров. Курс 180. Средняя дальность 263. Так, а сколько у нас целостность корпуса? 97. Та! Вполне можем погружаться. Хорошо. Продолжай погружение. Вперед, малый. Так, посмотрим. Наш журнал бортовой. Ну что, мы хорошо справились, хочу сказать. Войсковой транспорт, авианосец и линкор. Ну, стреляли мы жирно, хочу сказать. Так что очень даже хорошо пощипали. Отлично. Просто отлично. Я доволен. Хорошо. Так, дружище, отслеживай мне ближайший контакт военный. Теперь главное отсюда сделать ноги. Вот так курсом юха будем уходить.
они разозлились, я думаю. Мы их разозлили. Ну что, ребят, будем выползать отсюда. Другого выхода у нас пока нет. Как уносить ноги? Ну, хоть торпеда не зря использовали. Как я уже говорил, исторически в этом походе лодка участвовала в противодействии высадке союзников в Северной Африке, в частности в районе Касабланки, вот здесь. Поэтому если здесь какая-то шумиха будет или какой-то экшен, мы подойдем сюда и посмотрим, что здесь можно урвать, поэтому... Поэтому я уверен, что будет еще интересно, будет экшен. Вот. Как говорится, не переключайте, оставайтесь на канале. Так, ну этот удаляется, это все понятно. Какая глубина? 140 метров вышли, ну и отлично. Так, а ближайший? 270. Средняя дальность, скорость средняя удаляется. Мы уже на хорошую глубину успели погрузиться, поэтому уже не страшно. Нормально, нормально. Вот, ну а в реальности хочу сказать, что сегодня реальная дата 1 марта. Поздравляю всех с весной. Игра тут дается мало, потому что мы только вот покинули Корею, выгрузились и вышли. Поэтому не до игры как-то было. Да и большей части времени спать хочется. Честно говоря, стоит выбор между сном и игрой. Опа. Над нами он где-то. Вот, и поэтому играл я мало, конечно, в этом контракте по сравнению с прошлым. Началось, блин, в колхозе утро. Ничего, уползем отсюда. Ничего страшного. Не бздите, мужики. Спокуха. Уползем. Главное дело, что свое мы забрали уже, блин. Жирнючие, блин, цели. Вот, поэтому... Да, приношу свои извинения... То, что играть удавалось мало, и мало я записывал, соответственно, поэтому не так много материала. Вот, мы вышли, да, как я сказал, из Кореи, движемся
в Сингапур, и в Сингапуре, по идее, будет замена. Я там буду сходить уже домой. Поэтому по приезду домой некоторое время переведу дух и буду монтировать ролики, выкладывать на YouTube, чтобы мы с вами вновь встретились. Вот такие вот, ребят, дела. В принципе, больше добавить пока нечего.